На повестке 58-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа было несколько вопросов. Один из них – о внесении изменений в бюджет Ленинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления администрации округа Лариса Колмогорова проинформировала о необходимости внесения изменений в бюджет Ленинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Основные причины изменений – необходимость дополнительного выделения средств в целях финансового обеспечения приоритетных задач. Предлагается параметры бюджета считать уточненными на 2023 год по доходам 13 миллиардов 940 миллионов 792,7 тысяч рублей, по расходам 16 миллиардов 939 миллионов 262,3 тысяч рублей с дефицитом 998 миллионов 469,6 тысяч рублей. Одним из важных вопросов стало рассмотрение положения об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском городском округе. Подготовка проекта генерального плана городского округа, проекта, предусматривающего изменения в генеральный план городского округа, осуществляется без проведения общественных обсуждений в следующих случаях. Реализация результатов устранения противоречий в сведениях государственных реестров, уточнение границ населенных пунктов, необходимость которой выявлена при внесении сведений в единый государственный реестр недвижимости, исполнение судебного акта, размещение объектов федерального, регионального и местного значения, установление изменений функциональной зоны, изменение положения о территориальном планировании для размещения объектов производственного, коммунального, общественного, делового, социального назначения. Положение народными избранниками было утверждено. Этот документ будет опубликован в ближайших выпусках газеты «Видновские вести». Также на заседании был решен ряд других важных вопросов, относящихся к компетенции депутатов Совета депутатов Ленинского городского округа.